картины о тебе, Москва. В честь дня рождения столицы в головном офисе ПАО «Транснефть» открылась экспозиция, посвященная лучшему городу Земли. 44 городских пейзажа украсили холл на нулевом этаже башни «Эволюция». Автор работ, художник Роман Рахматуллин, признается, писал Москву, пытаясь полюбить большой город, а получилось настоящее признание в любви. Как выяснилось, это прекрасное чувство к столице испытывают и работники компании «Транснефть». Москва – это город, который раскрывает потенциал людей. Он дает возможности каждому себя проявить. И это очень замечательно. Это прекрасное место, где любой человек может творить и делать свой вклад в развитие страны. Москва – это любовь, я бы сказал, загадочная, как любая женщина. Этим самым она прекрасна, тем, что каждый день мы можем в ней открывать что-то новое, находить новые моменты, новые эмоции. Он очень модерновый. Он всегда идет вперед, большими темпами, опережая всех, и пусть он всегда так и делает. Такую общую, но для каждого свою, Москву художник изобразил во всей палитре красок. Зрителей он призывает любоваться столицей даже по дороге на работу. Москва – прекрасный город и содержит в себе элементы многих эпох. Черпая вдохновение от нескольких основных маршрутов своего передвижения по городу, ты пропускаешь через себя как самую современную архитектуру Москва-Сити, так и постройки царского времени или элементы сталинской архитектуры. Несмотря на то, что само место уже изучено, каждый раз открываешь его заново, каждый раз любуешься им заново. Красная площадь и Большой театр, Новодевичий монастырь и Храм Христа Спасителя, набережные Москвы-реки и Москва-Сити. Знакомые места на полотнах каждый раз предстают в новом свете. Только башню «Эволюция» здесь можно найти на 4 картинах. Всегда очень интересно посмотреть, как именно художник смотрит на те архитектурные объекты, которые мы видим каждый день. Всегда художники видят через свою творческую призму. И прикоснуться к этой возможности – это дорогого стоит. Ты немножко иногда теряешься. Это 70-е годы, 60-е годы или вот 2000-е годы. То есть как-то автору удалось вот поймать какую-то такую внутреннюю, наверное, струну Москвы, которая ему позволила изобразить Москву вне времени. Большие слова благодарности хочется отдельно сказать нашему руководству компании, которое разносторонне и разнопланово позволяет общаться людям не только в рамках производственных процессов, рабочих вопросов, но и также вне этих рамок. Выставка Романа Рахматуллина «Моя Москва» в главном офисе ПАО «Транснефть» продлится до конца сентября. Приглашаю работников компании «Транснефть» посетить мою выставку «Башня Эволюции». Вместе со мной любоваться простыми моментами повседневности, видеть, что город прекрасен в любую погоду, в любое время дня и в любое время года. Главное – уметь это увидеть.